Уже этой весной в Чебоксарах станет на один памятник больше. В канун 9 мая в Парке Победы будет открыт монумент в честь ребят, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Сегодня ход работы инспектировал спикер республиканского парламента Юрий Попов. Фактически памятник готов. Жители Чебоксар уже могут видеть три капитальные стелы рядом с монументом в память о воинах-афганцах. Здесь не хватает только мемориальных плит с фамилиями солдат, не вернувшихся из боя. В эти дни нанесением гравировки занимаются на Чебоксарском камнеобрабатывающем заводе. На гранитных плитах должны появиться 150 фамилий. К точности написания имен, званий, дат – пристальное внимание. Как самих гравировщиков, так и ветеранов северокавказских конфликтов, солдатских матерей. Именно безутешные женщины инициировали строительство на одном из приемов у руководителя Госсовета Чувашии Юрия Попова. Менее чем за год дело было сделано. Работы близки к завершению, поэтому мы к 1 мая все эти плиты будем монтировать к памятнику, все привезем, поставим, и специалисты монтируют, поэтому я не вижу никаких оснований, чтобы беспокоиться. Вот этот памятник у нас ждут родители, родственники. Я бы сказал, не только родители и родственники, потому что и весь город. Мы должны знать эти имена своих героев и воспитывать наше будущее поколение на примере этих наших героев, патриотов нашей Родины. Сбор средств на строительство продолжается. Реквизиты счета вы видите сейчас на своих экранах. Пожертвования перечисляются с пометкой «Добровольный взнос на установку памятника воинам, погибшим на Северном Кавказе».